10 детей погибло и 111 было ранено. Такие неутешительные цифры приводит статистика за первое полугодие. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров в нашем регионе возросло. Для профилактики аварийных ситуаций водителям и детям регулярно напоминают о правилах дорожного движения. В преддверии 1 сентября с такой целью на улицы города вышли сотрудники ГИБДД, учащиеся школ города и представители радио «Мария ФМ». Суть данной акции состоит в том, чтобы водителям в преддверии начала учебного года напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения, о необходимости быть максимально внимательными вблизи учебных заведений, школ, детских садов, потому что дети, особенно первоклассники, они бывают не настолько внимательны, как нам хотелось бы. И поэтому наша акция сегодня заключается в том, чтобы напомнить водителям быть максимально внимательными, осторожными и обязательно соблюдать правила дорожного движения. С водителями общались дети. Ребята призывали соблюдать правила дорожного движения. Напоминали о том, что при движении вблизи образовательных учреждений, а также мест массового пребывания детей, необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Особое внимание уделили соблюдению скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов. Каникулы закончились, а значит, водителей надо предупреждать, что дети на пешеходных переходах – это прямая угроза. Мы рассчитываем то, что наша акция пошла им на пользу, и они будут впредь осторожны и аккуратны на дорогах. Каждый участник акции в подарок получил тематический буклет и сладкий подарок. Родители, вы тоже родители, пропускайте нас!